Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» прошел на ВДНХ и собрал более 180 тысяч жителей и гостей столицы. Основной целью фестиваля является знакомство с традициями, культурой народов России и государств СНГ. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В рамках деловой программы фестиваля состоялась стратегическая сессия «Культурный код дружбы народов», посвященная взаимодействию в области туризма и перспективам совместного экономического развития стран СНГ и регионов России. Постоянное правительство совместно с Министерством туризма Карачаево-Черкесии презентовали участникам мероприятия туристско-рекреационный потенциал курортов, который, динамично развиваясь, ежегодно привлекает в регион большое количество туристов, рассказали о многообразии возможностей в сфере отдыха и туризма, который сегодня предоставляет Карачаево-Черкесия. В прошлом году к нам в фестиваль была приглашена Карачаево-Черкесия в год своего столетия. И, конечно же, мы подружились. И, конечно же, в прошлом году формат участия был это выступление на деловой сессии и участие в концерте, а сегодня мы уже устраиваем свою фотовыставку, уже участвуем в фестивале моды, уже представлены в концерте гораздо более широко. Также в рамках фестиваля «Дружба народов» был представлен модный показ известных и аутентичных дизайнеров России и стран СНГ. Каждый посетитель фестиваля смог отправиться в путешествие от истоков этнической моды до современной, познакомиться с традициями разных народов. В модной народной ярмарке участвовало более 70 талантливых дизайнеров. Карачаево-Черкесскую республику представила на показе дизайнер-модельер Зарема Аджиева с коллекцией национальных свадебных нарядов. Зрителям все очень понравилось, все были в восторге, рукоплескали, скажем так. Очень теплая встреча. Хочу выразить огромную благодарность постпредству Карачаево-Черкесии в Москве за организацию, за то, что я вообще здесь нахожусь. Уникальная возможность совершить за несколько дней головокружительное путешествие, не выезжая за пределы города, получить массу впечатлений и эмоций – это дорогого стоит. Уважение чужих традиций и менталитета – секрет настоящей дружбы народов. Наша республика принимает участие в фестивале каждый год, оставляя массу приятных воспоминаний гостям и жителям Москвы. Дарья Тендит, Вести Карачаево-Черкесия.